Ну, восторг изображать не обязательно. Моя мама ведет себя как королева, поэтому готовить я научилась еще в детстве. И у меня отлично получается. Попробуйте, это вкусно. Восторг, не то слово. Тут же одни углеводы. Тушеная картошка, жареный батат. Никаких зерновых, только рис, белый как молоко, просто слепит глаза. И все же я съем это, чтобы показать, как мне приятно. Ради тебя. Спасибо. Не ешьте и все. Что за характер? Вот повезет вашей будущей жене.